Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Февраль, четверг, и я сегодня решила как-то так спонтанно снять этот влог. Прибежала. В общем, бегала по делам, прибежала домой, прибежала, пришла, приползла. Посмотрела на свою квартиру и как бы, ну, шок-контент называется. Да, и у меня тоже такое бывает. Футболка мужа. Здесь ужас. Кошка тоже в шоке от такого бардака. Тут продукты. Зашла в магазин, сейчас разложу, покажу, что купила. Вот такая вот чистая скатерть. И да. Да-да. Да. В общем, пью чай. Это я так лекарство пила. Бросила, потому что бегом надо было уже бежать. Замечательная чистая плита. Ну что? Что еще вам показать? Чистого. Замечательная чистая ваза для фруктов. Да, у меня бывает, да, ребята. Я тоже живой человек. Тоже такой бардак. Что хотела сказать. Попью сейчас чай и буду браться за уборку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Да, конечно, уже это хочется тепла. Солнечных дней. У нас даже уже птички галдят по весеннему. Чувствуют все-таки приближение. Хочется помыть окна после зимы. Потому что, ну, уже... Очень хочется. Да, хочется тепла, солнышка, весенних дней. Зима уже вошла в ту стадию, когда называется «надоело, уходи». Ну что, покажу, что я купила в Пятерочке. Яблочки, фарш, лимончик к чаю, помидоры, десяток яиц, огурец, зелень. Весна на носу, не хватает уже зелени. Уже хочется что-то такое пожевать. За зиму устали уже от тяжелых салатов, что-то хочется легкого. И мои покупки составили на... Ой-ой-ой, где мои очечи? А где мои очечи? Так сколько там? 660, да? Да, 660. Рублей. Ну, в принципе, нормально. Все, пью чай и буду браться за свою бедную несчастную квартиру. Меня тут ждет просто Федорино горе, по-другому не назовешь.
немножко магии абракадабра. И все. В доме чистота и порядок. Сейчас пойду на кухню и буду готовить ужин. Значит, волосы прибрали, как могли. Значит, что я буду сначала делать? Я сначала поставлю пирог в духовку, а потом непосредственно займусь самим ужином. А для этого, что надо сначала сделать? Сначала нужно надеть красивый фартук и налить себе кружечку чая. Вот. Ну, практически полная кружка чая. Достаем яблоки, и я начинаю. У меня вот такие вот просто гигантские яблоки. Купила в Пятерочке, сезонные называются. Но они такие дубовые и такие невкусные, но как бы кислые, дубовые в общем. Они хороши на выпечку. Значит, что? Значит, берем яблоко и достаем. И будем заниматься. Я думаю, одного яблока будет достаточно. Оно такое большое прям. Так, помоем. Достаточно не просто простой, а очень простой. Ничего сложного, ничего каких-то таких волшебных действий не надо. И, в принципе, навыков тоже в этом. Для теста нам надо 5 яиц, стакан сахара и стакан муки, ванилин и разрыхлитель. Все, больше ничего. Очень сладкие пироги, можно сахара поменьше. В общем, кому как нравится. Так. И теперь мука. Thank you.
Вот и все, с пирогом я справилась. Теперь непосредственно буду готовить сам ужин. Ничего сложного. Специально выключила, пока вытяжку хотела показать. Ну как бы, да? Как вам такое? Картошечка, да? Значит, что я делаю с котлетами? Я их обжариваю, заливаю кипяченой водой просто, накрываю, ну, крышкой. Сначала солю, накрываю, включаю все. Никакие зажарки, никакие добавления муки, пережаренное все это я ничего не добавляю. Потому что у нас с мужем, в принципе, проблемы с пищеварением, и лишние нам вот эти зажарки, обжарки и выжарки, они не нужны. Да и нас так устраивает, нам так вкусно. Все, с котлетами я разобралась. Сейчас картошка. Да, кстати, я вот порезала эту картошку огромную. Вот тут воды. И она вся чистенькая. Внутри, вот она, эта большая, огромная картошка, нет гнилой серединки. Вот что значит своя картошка. Это нас угостили своей картошкой. И каждый раз, когда я ее чищу, я в восторге. Ну, что сравнивать? Разве сравнишь с магазинной картошкой?
Вот пока разбирались с картошкой, разобралась. Так, пирог уже готов. Я поставила еще компот, сухофрукты. И вот эта вот половина яблока, которая от пирога осталась, я тоже так прям его варварски порезала и добавлю сухофруктами в компот. А сейчас буду доставать пирог. Почему я всегда говорю будем делать? Как-то все было по множественному числе. Что за привычка? Никак не могу отвыкнуть. Ну ладно. Буду доставать. Так, иди-ка сюда, красавчик. Опа! Проверяем готовность. Берем такую шпажку, прокалываем. Видите? Шпажка вся сухая, полностью сухая. Это говорит о том, что пирог готов. Все, пусть он остывает. Он, в принципе, и так отстает уже. Можно, в принципе, переворачивать. Все. Жду, когда закипит вода, чтобы опустить сухофрукты. Картошечка сейчас закипит. Котлетки будут скоро готовы. Решила поближе вам показать пирог. Смотрите, как он красивый. И видите, он от края, если посмотреть, он отстает. Просто он еще очень горячий, и мне не очень удобно его переворачивать. Посмотрите, какие яблочки. Красота какая, да? А вкусный. И легко, и просто. А вот я его вытащила. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой он красивый. Хотите, испеките в такой форме и прям вот так оставьте. А хотите, его потом переверните на тарелочке, сверху посыпать сахарной пудрой. Красиво, вкусно, эстетично. Все, что нужно. И очень дешево, практично. А вот так он будет выглядеть, если вы его перевернете и оставите вот так. Ну, красиво ведь, правда? Здорово. Я прям сама не налюбуюсь. У меня случилась трагедия. Упал вот этот вот нож. Откололась ручка у сахарницы. Ну как так вот? Ну как? Блин, победитель по жизни. А, жалко. Ну, будем говорить, что это к счастью. Угу. Как себя еще уговаривать? А, какие запахи. И тут пахнет летом. Да, кстати, вот эти вот стебельки от зелени, петрушки и укропа я не выкидываю. Я их положу в пакетик и складываю в морозилку. А когда варю заливное или холодец минут за 15 до того, как я выключаю, уже готовое, я добавляю эти корешочки. Они немножечко покипят, и получается такой, ну, ароматный бульон. В общем, натуральная приправа, ребята. Да, кому интересно. А в салат я буду добавлять вот такое у меня есть маслечко. Сейчас, ой, старость не радость. Вот такое вот маслечко. Нерафинированное, оно с запахом. Летнее, вкусное. Прям, что еще надо в феврале? И вот она, завершение моей работы на сегодня. Котлетки готовы. Пюре, компот, прям классика жанра. Салат свежий, огурчики, помидорчики, накрыла крышечкой. Естественно, крышечка. Господи, тарелочкой. Ну, неважно. В общем, накрыла. И пирог к чаю. Все. На сегодня с кухни закончено. Время 5:05. Скоро придет муж. Ну, не только на сегодня. Завтра тоже ничего не буду готовить. Все, я пошел отдыхать. Хватит на сегодня работы. Смену я свою закончила.
Я вчера тут такой эксперимент, значит, сделала. Покрасила волосы в темный цвет. Да, ну ладно, пойдет. Это не самое страшное в жизни. Эта краска, она смоется. Все, буду отдыхать, ждать мужа. Котя, пробовал пирог еще? Нет, еще не пробовал, только разрезал. Можно я покажу? Ну, вот такой вот он в разрезе. Посмотрите, какая красота. В общем, делайте и не пожалеете. Минимум затрат. Не выдержала душа поэта. Все, все, не буду отвлекать. Кушай на здоровье, приятного аппетита. Минимум затрат, минимум физической нагрузки и море удовольствия. Пойдемте, я вам покажу, какой он в разрезе. Эстетично покажу, эстетику, так сказать. Вот. Какие красивые яблочки. Девчонки, балуйте своих мужчин. Ну вот, день подходит к концу, а я буду заканчивать сегодняшнее видео. Буду читать сейчас вот такую красивую, замечательно оформленную книгу, роман, и пить чай. А вам спокойной ночи и приятных снов.